Здравствуйте, друзья. Понедельник, с утра мы были еще в Санта-Крус, но сейчас не так поздно, вот к 3 часам приближается, я на пару часов в офис съезжу, а потом мы с Томиком отправимся гулять. Мы обычно, так сказать, всей семьей выходим на прогулку. Сегодня у меня нет урока. Первые 10 я веду сам в новом классе, вот который 6 января начался. Ну и 3 занятия в неделю, соответственно. Вот 3 недели я их вел в одиночку. А сегодня, друзья, сегодня уже подключаются другие наши педагоги. И у меня осталось еще, даже вот я думаю, наверное, штук 8 занятий. Штук 8. Было 10, то есть так 20 бы я вел. Но так я парочку раскидал. В общем, остается у меня моих 8 уроков на оставшиеся 3 месяца. Можно жить. Ой, значит, на основном канале многие, ну, кто не очень следит, не в курсе, говорят, а что же так, говорит, вот человек пропал. Вот, вот так вот, друзья, животворящий советский паспорт. Друзья, спустя 30 лет боятся его, как черт ладана, боятся американские империалисты и их, как это назвать, ну, в общем, которые прислуживают. Вот, значит, боятся нашего паспорта и вот так вот переживают сильно. Ну что, один день мне остался. Знаете, я уже за эту неделю как-то даже привык, что я вот не там, а я тут. И на, надо сказать, что на нашем канале, вот этом Портнов блог, тут нас хоть и мало, но, в общем, пропорционально количеству подписчиков, у нас количество просмотров намного больше. И у нас даже вот эти вот лайки и дизлайки, соотношение тоже лучше. Ну, потому что там, как бы, может быть, не полностью, так сказать, свои ребята собрались. Что интересно, растет количество подписчиков на основном канале, потому что они меньше отписываются. То есть есть несколько видео, ну я не знаю, там я не слежу конкретно, ну есть, я вижу, там есть видео, на которые подписывается там, ну уж там за год, может быть, там 2, 3, 4, даже 5 тысяч человек, вот с одного видео. И но они думают, вот, что они это видео увидели, и вот такой канал. А когда начинается все остальное, они говорят, ой, говорят, это же совсем не тот канал, и отписываются. И фактически каждое видео, которое я делаю, я так иногда с интересом посмотрю, каждое видео, которое я делаю, там кто-то отписывается. И новое. Ну, там не сотнями, ну так, там 1, 2, там 5, 8. Больше всего отписываются на стримах. Там стрим, это может быть там 8-10 человек отписавшихся, чего они там, я не знаю, ну, может, я что-нибудь говорю такое, не знаю, в общем. А тут, друзья, я не делаю видео, а подписчики растут, вы понимаете, это мечта блогера. Но на самом деле, конечно, сила не в подписчиках, а сила в трафике. Сила в трафике. Подписчики — это такое, так чисто внешне, видишь, о, там у него столько-то подписчиков. Это если люди тебя смотрят, да, то есть принимая, так сказать, за постулат, что при одинаковом количестве просмотров людей смотрят одинаково интенсивно. Но это неправильный постулат, так, этого нет, даже близко. То есть бывает там человек, у него, я не знаю, там 50 тысяч подписчиков, а на каждом видео там по 100 тысяч просмотров, понимаете? Вот, а бывает наоборот. Бывает 100 тысяч подписчиков, а на каждом видео там 2000 просмотров. Так что такая вот история интересная. Ну, ничего, я на самом деле мозгом, так сказать, и не только, и эмоционально как-то я вот так разлучился с Ютубом. То есть если раньше у меня какие-то, может, иллюзии были, знаете, так хочется верить во что-то, то сейчас уже как бы совсем ничего не осталось. Мы понимаем, с кем имеем дело. Так что у нас такой поцелуй без любви, в общем-то, получается. Так что не повод для знакомства. Да. Ладно, что делать, друзья? Вот такая жизнь. Значит, но
Будем делать другой канал. Я уже весь вот там, я уже себе подбираю какой-нибудь штатив, чтобы мне по росту было, когда я стою, знаете, чтобы камера вот тут была. Там где-то 72 инча надо, вот у меня есть там 64, а вот надо бы 72. Вот я сейчас штативчик присмотрю. Еще одну камеру себе присматриваю для съемок. У меня хорошая камера, но в ней не поворачивается вот этот экранчик так, чтобы я его видел, когда разговариваю в камеру. Вот как сейчас я с вами разговариваю, но с вами я знаю, потому что я уже приноровился, я вот сижу, я примерно знаю. Вот, а там сложно, потому что я не знаю, как он там пойдет. И, в общем, мне бы, конечно, хотелось видеть. Поэтому я готов приобрести еще одну камеру. Там она будет стоить пару тысяч. Но, во всяком случае, вот чтобы уже с окошечком, в котором я сам себя вижу. Звук я уже наладил. Там у меня есть устройство, которое позволяет вот так, беспроводно со звуком. Так, микрофончик есть, там к нему этот... Не пенопласт, как сказать, поролоновая, да, на балдашник, чтобы ветер не задувал. Ну, в общем, вроде бы все ничего. И пяток сюжетов я уже примерно расписал, но я их давно расписал, надо будет пересмотреть. Да, и, может быть, надо будет объявить подписку на канал еще перед тем, как будет первое видео. Может, я какую-то премьеру такую сделаю, может, вас там придет, там, не знаю, пара тысяч человек подпишется, глядишь, мы что-нибудь сделаем, и там пара тысяч человек посмотрит. Знаете как? Очень важно, на самом деле, чтобы люди смотрели, подписчики, потому что YouTube, он говорит, ну, если подписчики не смотрят, то что-то другим предлагать, правильно? Вот, поэтому мы должны сделать такой канал, который будет выстреливающим. Ну, как получится, я же сами понимаете, я тоже не могу гарантировать или быть уверенным, не могу. Но, во всяком случае, это будет канал более правильный, чем тот, который мы сейчас делаем. И я уже вот потираю руки, вот сейчас сядем и сделаем. Ну, что еще сказать? Гости у нас были 2 дня. Ну, вы, собственно, видели, да, на этом канале, я же рапортую, там были гости. И вы еще не всех гостей видели. Но, во всяком случае, знаете, мы как-то так потусили и пришли к мысли о том, что хорошо отдохнули, провели время, с новыми людьми познакомились, в общем, хорошо. И солнышко светило, вот сегодня как-то здесь пасмурно, я не знаю, мы гуляли с утра у океана, так было солнышко, а вот сюда приехали, здесь почему-то нет. Казалось бы, наоборот должно быть, да, но вот так получилось. Сейчас приеду в офис. У меня на самом деле много всяких дел, которые надо сделать. Ну, не знаю, за пару часов. Во всяком случае, у меня будет ощущение, что я поработал. А то, знаете, так, если все из дома, да из дома, как-то ощущение, что что-то не додал, не доделал. Вот я подъезжаю, там Юра Берг со своими автомобилями. Тут он их паркует, сейчас мы рядом с ним встанем. Да, вот он такой задумчивый. О, смотрите, друзья, видите, вот он, вот сейчас ходит тут между машинами, что-то там наблюдает. В общем, друзья, жизнь продолжается, микросхем не хватает, машины дорожают, особенно вот пользованные. Мы еще удачно нашу Теслу, мы все ругались, что мы ее там ждали несколько месяцев. Друзья, не так плохо все получилось, так уже задним числом, понимая, как изменился этот мир. Так что на даче у нас интернет такой должен был бы быть, такой фабер-оптика. Ну, в смысле, он и есть фабер-оптика. Барахлил, вот все выходные барахлил. То есть, то нет, то чуть-чуть, то не чуть-чуть. А так, чтобы вот просто сесть и нормально работать, не было. Вот мы 2 дня, сегодня 3-й, не было. Все сыпется, друзья, все сыпется. Даже вот интернет отказывается. Хорошо, дома еще более-менее ничего. Сейчас глянем, как в офисе. Все, друзья, вот так вот рассказал всю правду. Пошел в офис.